Вот мы сейчас с вами проедемся по разным заправкам. 3.22 7-Eleven, 3.57 премиум и 5.29 дизель. Даже не 29, а 30. Это Орландо, Форест Сити Роуд. Не самый дорогой район города. Это тоже имеет значение. Если район не богатый, значит цены будут ниже. Сейчас у нас будет на пути Вава, посмотрим, сколько там. Вава обычно очень хорошо держит цены. Всегда цены низкие, небогатый район. Да, но там другое, там самоуправление. Village. Пенсионеры, они держат цены, они контролируют их. Ух, как я сказала, так контролируют цены пенсионеры. Ну, наверное, следят, чтобы там сильно их не обижали. Они свои права знают. Итак, Вава, бум!